Вы посмотрите, что на берегу творится. Это я приехал рыбу половить. Эти кадры опубликовал в социальной сети нижегородский любитель рыбной ловли. Он рассказывает, что выехал порыбачить всего на полчаса, чтобы обновить недавно приобретенную лодку. Уловом стали только пятна мазута в изобилии, плавающие в Волге. Вы посмотрите, у меня вся лодка в мазуте. Все в мазуте. Вы посмотрите, это просто мазут. Это мазут. У меня все в мазуте. Вы посмотрите, короче, вот мой спиннинг, вот моя катушка. Ой, я даже дотрагиваться боюсь. Вы посмотрите, какого у меня цвета плетенка. У меня все. Плетенка в мазуте. Обозначая место улова, мужчина показывает на трубы Сормовской ТЭЦ и район Бурнаковки на другой стороне реки. Вы посмотрите, что здесь плавают, какие блины. Размером мазута. Вот за эту хрень кто штраф заплатит? А, вы что творите вообще, люди? Чтобы получить ответы на вопросы жителя, РИА «Время Н» направила запрос в природоохранную прокуратуру. Ирина Флягина, «Время новостей».